Снова здравствуйте, снова приветствую вас на нашем YouTube-канале Енот Постригун. Сегодня мы продолжаем разговор о настройке ножей машинок Wall. В этот раз мы обсудим настройку ножей на беспроводной машинке Wall Magic Clip Cordless. Нож здесь настраивается точно так же и на Signore беспроводном, и на Tapke беспроводном, ну и вот на Magic Clip, ну и на 100-летней юбилейной машинке тоже. Ножи здесь крепятся точно так же, как на сетевых машинках Wall с индукционным мотором. Ножи здесь, собственно, те же самые, ну, за исключением вот как раз-таки беспроводного Magic Clip, у которого отличается верхний нож от аналогичной проводной модели. Нижний нож точно такой же. Итак, крепится на двух винтах не быстросъемный нож. Откручиваем его при помощи обычной крестовой отвертки. Снимаем аккуратненько, желательно делать это над белым полотенцем, чтобы не растерять детали, те же наши винтики. Все, сняли нож, разобрали, почистили, если требуется, промыли, посмотрели его состояние, что нет ржавчины. После этого мы надеваем нож обратно. Надеваем сначала верхний нож, все, он стоит достаточно прочно, не слетает. После этого кладем сверху нижний нож. Слегка прижимаем его пальцем, чтобы не потерять. Вставляем один винтик. Наживляем. Не туго затягиваем, так, чтобы нож можно было потом шевелить, настраивать. И закручиваем второй винтик. Опять же, не до упора. Напоминаю, здесь у нас, как и на любом другом ноже, верхний нож вот в крайнем положении, в самом коротком срезе, вот выдвинули до максимума рычажок. У нас здесь верхний нож должен немножко прятаться за нижний, где-то на 0,5-1 мм. Чем ближе друг к другу они стоят, тем будет ближе к коже срезать волос, тем короче срез будет, но тем выше риск порезать клиента. Как только у нас верхний нож становится вровень с нижним, мы начинаем царапать кожу клиента, когда прижимаем машинку плотно к коже. Поэтому сами смотрите, с какой длиной вам комфортнее работать. Итак, настроили. Ножи параллельно друг к другу, отступ примерно 0,5-1 мм. После этого мы затягиваем аккуратненько, не до упора, просто чтобы нож держался. Еще раз проверяем, что ничего там не съехало. Все. Дальше. У проводных машинок у нас верхний нож должен стоять вот справа, когда останавливается. У роторных машинок он может стоять в любом положении. То есть мы не знаем, как нам выставить там левее, правее, непонятно. Для того, чтобы понять, правильно мы выставили или нет, будет у нас далеко вправо или влево уходить нож или вот строго в своих границах, мы включаем машинку и вот так вот двумя пальцами обхватываем нож. Обхватили, нижний нож пальчиками прижали, включили. У нас при этом не должен вот нож долбить по пальцам. Если он долбит по пальцам, то он будет долбить нам и насадки. Когда мы их наденем, и будет раздаваться неприятный треск. Если не долбит, значит ходит в строго отведенных ему пределах и можно затягивать. Еще раз проверяем, что у нас здесь не уехал при включении наш вылет ножа, потому что не до конца были закручены винты. И теперь потихоньку их, сначала один немножко, потом второй немножко, затягиваем. Если мы будем сначала один до упора крутить, а потом только второй, то у нас может нож перекосить. Все, выставили, посмотрели с одной стороны, с другой. Должно быть ровненько, параллельно друг другу. Все, ножик готов. Как видите, ничего сложного. Требуется отвертка и совсем немножко тренировки. На этом все. Будут вопросы, спрашивайте в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Енот Постригун. Вступайте в нашу группу ВКонтакте Енот Постригун. Подписывайтесь на наш Instagram Енот Постригун. Короче, ищите Енота Постригуна повсюду. На этом все. Пока-пока.